Полицейские Северского района отмечают сегодня свой профессиональный праздник. В актовом зале отдела МВД состоялось торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника органов внутренних дел России. Поздравили стражи порядка председатель Совета муниципального образования Владимир Захарченко и глава района Андрей Дорошевский. Ваша служба связана с риском, с опасностью. Порой рискуете действительно своей жизнью ради спокойствия, безопасности наших граждан. Мы это все видим, мы это все ценим. Все мира, добра, благополучия, тепла, уюта. Храни всех Господь. С праздником! Лучшим представителям личного состава вручили благодарственные письма и различные ведомственные награды. Служу России. Конечно, эти люди, выбирая свой профессиональный путь, не ждали благодарности. Для того, чтобы быть полицейским, нужно не только крепкое телосложение, храбрость, быстрая реакция, железные нервы, но и доброе, сострадательное сердце. Они ежедневно защищают закон, предотвращают преступления и помогают людям. Профессия уже давно перестала быть исключительно мужской. В Российской империи это произошло еще в начале 20 века. Но если тогда это было редкостью, то сегодня число представительниц прекрасной половины человечества в рядах правоохранителей неуклонно растет. Многие из них сегодня получили заслуженные благодарности и медали за отличие в службе.